Баренцево море. На атомном ледоколе «Ленин» принимают гостей, журналистов из 17 стран. Пусть смотрят, пусть знакомятся с кораблем, дивятся тому, что создано советскими учеными, инженерами, рабочими. Руководитель группы технической эксплуатации Арсений Николаевич Стефанович рассказал журналистам об устройстве корабля. Затем гости были приняты капитаном атомохода. Эту пресс-конференцию Борис Макарович Соколов вел уже в открытом море. Многое узнали иностранные журналисты об атомном ледоколе. Будем надеяться, что они расскажут своим читателям правду о крупнейшем в мире ледоколе, оборудованном по последнему слову техники, о том, как в Советском Союзе используют атомную энергию в мирных целях.